Представители Главного управления содержания территорий оценили состояние дворовых и общественных пространств Дмитровского округа. Снежный циклон накрыл Дмитров и округ в первые дни зимы, и инспекторы густо следят за качеством уборки снега и ее своевременностью. Инспекторы отрабатывают контролирующие задачи в отраслевом приложении СКПДИ, оперативно проводят мониторинг пространств с помощью камер «Безопасный регион» и отмечают присутствие или отсутствие уборочной техники на местах. Состояние территории сотрудники ГУСТа оценивают по нескольким показателям, среди них количество полных циклов уборки от снега и обработки противогололедными материалами, а также число обращений с жалобами от жителей округа. Принимается во внимание и оперативность исправления нарушений, выявленных сотрудниками ГУСТ, и отработка заданий по уборке. По информации администрации Дмитровского округа, в уборке территории принимает участие более 200 сотрудников коммунальных служб и около 80 единиц уборочной техники. Уборка проводится согласно приоритетности. Вначале очищают входные группы, лестницы и спуски, затем пешеходные дорожки, подъезды к контейнерным площадкам, проезды и парковки. И далее детские игровые зоны. По поручению вице-губернатора Евгения Акимовича Хромушина мы сегодня проводим комиссионный объезд дворовых территорий, проводим проверку качества уборки дворовых территорий, входных групп и внутриквартальных проездов, работу механизированную, работу ручников. Но это не только Дмитров, да? Нет, не только Дмитров. У нас, в общем, проверка идет по всему Дмитровскому городскому округу. По уборке снега имеются регламентные сроки. После снегопада работы должны быть завершены в течение 3 дней. Работа эта контролируется как со стороны администрации муниципалитета, так и со стороны Главного управления содержания территории. Синоптики обещают новые снегопады, поэтому коммунальным службам предписано усиленно работать, чтобы укладываться в нормативы.